ТикТоке выложила билд на моего Сяву, и он почему-то вам зашел. А так как с этого момента прошло уже некоторое время, я успела прокачать своего Сяо. Да, конечно, я видела у кого-то циферки больше, чем у меня, но все, что я могла сделать, я уже сделала. Так что представляю вашему вниманию обновленный билд на моего Сяо. Сразу скажу, что это видео не является гайдом, и вы не должны собирать своего Сяо точно так же. Я лишь показываю вам свои циферки, свои характеристики. Что ж, пока я тут говорила, вы уже успели увидеть циферки, которые сносит мой Сяо. А теперь перейдем к его характеристикам. Сила атаки 1800, ну как бы мало, можно больше, но да ладно. Шанс крита 65%, крит урон 200%, ну и бонус анима урона 61%. Оружие на нем черногорская пика, на крит урон, купленное в магазине. Что касается артефактов, то я решила попробовать поставить на него два куска изумрудной тени и два куска гладиатора. Но проблема заключается в том, что когда я сравнивала урон полного сета изумрудной тени и 2 на 2, вышли одни и те же цифры. Так что, к сожалению, я не могу вам посоветовать, какой комплект артефактов лучше на него собрать. Шапочка у нас на шанс крита, так как оружие на крит урон. Кубок на бонус анима урона. Часы на силу атаки в процентах. А у перышка я нашла достаточно неплохой крит урон. А вот у цветочка он просто идеален. И да, я карнавала все таланты Сявы. Кстати, если вам это поможет, то многие советовали сначала прокачивать автоатаку. А на этом все. Пожалуйста, не забудь подписаться и заходи на мои прямые трансляции. Я буду тебя ждать.